Здравствуйте, ребята! Здравствуй, клоун. Ты к нам откуда? Да я прямо из цирка, только после представления. Меня, кстати, зовут Карандаш. Приятно познакомиться, Карандаш. Скажи, а зачем ты к нам пришел? Я хотел с вами немножко поиграть. Давайте я буду расставлять кружочки, а вы мне потом скажете, много я расставил или мало. Очень интересно. Давай начнем. Вот, скажите, сколько я расставил, много или один? Ну, я думаю, мы тут без труда тебе ответим, что это много. Молодцы! Что если вот так вот мы их расставим? Это совсем легко. Карандаш, мы с ребятами можем тебе сказать, что здесь всего один круг. Какие вы молодцы! А что, если мы с вами посчитаем бантики? Ну-ка, попробуйте! Ребят, что скажете? Да, я тоже так думаю. Бантиков, карандаш, здесь тоже много. Ну, хорошо, тогда задачка посложнее. Что скажете про матрешек? Ну, здесь мы тоже тебе без труда скажем. Правда, ребят, матрешка всего одна. Ребята, а давайте теперь покажем карандашу, что мы умеем с вами различать маленький и большой предмет. Я буду показывать картинки, а потом мы с вами их расставим. Маленький к маленьким, а большой к большому. Смотрите. Мы с вами видим куколок и мячики. Мы можем с вами сказать, какие большие игрушки, а какие маленькие. Молодцы! А теперь давайте правильно расставим мячики. Большой куколке дадим большой мячик, а маленькой куколке маленький мячик. Смотрите, ребят, здесь у нас с вами барабаны и колокольчики. Скажите, вы видите, какие инструменты большие, а какие маленькие? Ну, конечно же. Давайте теперь поставим инструменты на места. Большие инструменты к большим, а маленькие к маленьким. Молодцы! Видишь карандаш? Мы знаем, что большое, а что маленькое, и можем отличать это друг от друга. Карандаш, а теперь мы хотим с тобой поиграть. Ты согласен? Ну, конечно же, согласен. Я очень люблю игры. А что это за игра? Игра называется «Угадай, откуда звук». Я буду звенеть погремушкой, а ты должен угадать, где она? Справа, слева, сзади или спереди от тебя? Ой, как здорово! Давайте, я готов! Закрываю глаза, звените своей погремушкой! Так, угадай, где сейчас звенела погремушка?
Так, мне кажется, что она прозвенела где-то слева. Ребята, я угадал? Совершенно верно, Карандаш. Погремушка звенела слева. Слушай дальше. О, а теперь мне кажется, что она прозвенела где-то справа. Прям почти у меня над духом, над правым. Молодец. Слушай дальше. О, как сложно, ты даже не знаю. Может быть, это было сзади меня? Да ты молодец, да, это был звук сзади тебя. А сейчас будь внимателен, слушай. Ой, знаю, знаю, она звенела впереди меня, правильно? Молодец, Карандаш, все правильно угадал. Вот, ребята, я тоже кое-что знаю. Поиграйте со своими родителями дома. Попробуйте отгадать с закрытыми глазами, где звенит погремушка или колокольчик, или еще что-нибудь, что может звенеть. А я с вами прощаюсь. Пока, ребят, до встречи! До свидания, Карандаш. Мы были рады с тобой познакомиться. Приходи к нам снова в гости.